Привет, ребята! Сегодня я на Москва-реке. Ака пока отдыхает. Коротко пробегусь по погоде. Несмотря на то, что ночью минуса, там где-то минус 4, 5, 6. Днем плюс. На данный момент сейчас машина показывала где-то плюс 7. Время 11 часов утра. Я сегодня вообще налегке. Не стал напихтериваться. Я думаю, что я не замерзну. Вот. С собой у меня сегодня ультралайт, финка моя до 8 грамм. Сам я весь налегке. Много с собой особо не брал приманок. Ну, как обычно, стандартный набор. Вот. Пачек 40 силикона и штук 20 воблеров. Плюс блесна. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Ну вот. Так что пошел я в бой добираться до Москва-реки. Частями лед стоит, по-моему. Ну да, видно. Ну ладно, сейчас найдем место в любом случае. Все, погнал я к воде. Сегодня прям какое-то нашествие ворон. Чаек мало, штук 10, я не знаю, ворон тут просто не стаи. Издали смотрю, все самые козырные места заняты. Народу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть человек вместе со мной. Естественно, все стоят на самых актуальных точках. Ну ничего, мы сейчас краешком, и я думаю, что что-нибудь дополоем. Так, ну, поехали. Попробуем с более-менее дальних мест для ультралайта. Хорошо, ветерок легкий, западный ветерок, задувает с запада, легенький такой, легенький. Окунь, ребята. Я даже его вижу в очках. Белая рыбка гуляет под берегом, видно. Но единственное, что минус такой небольшой. Солнце в спину, и тень вот падает на воду, и рыбка шугает. Видно, она проплывает там, я в очках. Видно там по глубине такая плотвичка, кто-то еще, окушок небольшой. Также видно, что они приманку сопровождают, небольшая рыбка совсем. Ну вот, и как только видит тень, сразу убегает. Плюс в том, что спинку греет. Вот это хорошо. Прям четко солнце сзади. Хорошо, что я сегодня легко оделся. Комфортно. Погода отличная вообще. Ветерок прям... Я не знаю, 2 метра в секунду, один, блин, даже. Чуть-чуть задувает, и все. И солнце так жарит, прям уже весенняя погодка ощущается. Твистер пока яркого цвета вот молчит. Сейчас сделаю, думаю, последний заброс и перейду на что-нибудь темное. Вот опять, пока стоял, вот он малек гуляет, вот он видно прям, рыбка гуляет. Там дно закоряжено и цепляет, либо бровка что ли там идет. Скорее всего бровка приманку цепляет. Да, малек активен, видно, что вот он под берегом прям на солнышке блестит, подплывает. Перед поездкой на Москва-реку сегодня заезжал к ребятам с компании Jig Fishing. Взял у них вот такие вот слаги. Довольно-таки интересные. Вот название я вам покажу на всякий случай. Такой цвет. Он как бы темный и прозрачный, с красной точкой. Очень интересно. Я уже оснастил крючком одинарником открытым. Упаковка еще новая, даже тяжело открывается. Покажу.
такой вот красавчик. На таком крючочке одинарном. И грузику воткну. Трешечку. Попробуем вдоль берега покидать. Может быть, белая рыба поиграется. Посмотрим, каков этот слаг. Насколько он хорош. Я сделал порядка, наверное, 15 забросов. А рыба не активна. Приманку сопровождает, но клевать не хочет. Прибежал пес. Здоровый какой. Я сказал привет, он взял, сиганул туда, куда-то наверх. Говорит, ну тебя нафиг, рыбак. Обойду этой стороной. Чего у тебя там в голове? Это, ребят, слаг от рейнса сработал и отвалилась рыбка. Совсем малек какой-то был. Я думал, дотащу. Видимо, чуть-чуть зацепился. Прям под бережком взял. Хотелось прям мне его сегодня обрыбить. Что-то совсем маленькое было, даже не просекся. Может, за хвостик подержал и бросил. Так, ну вот одна поклевка на слаг была. Чего-то прям малепусенького. Совсем неинтересного. Поставлю сейчас я Swing Impact от KTH. Яркий цвет, рабочий. И попробую чуть-чуть подальше покидать. Береговая зона вся молчит. Сейчас, если на это тоже ничего не получится, попробую перейти на вертушки уже. Ну давай, Бершина, встречай свою любимую приманку. Резина молчит. Переходим на вертушку. Мэпсовскую. D2.0. С мушечкой такой сейчас покажу. О, какая симпатичная. Давай хоть вертушку цапни. Ребята, вот он, долгожданная поклевка. Сейчас фрик подтяну. Кто там? Что-то такое. Хорошее. Сильное. Прям под бережком неподалеку взял. Главное вытащить. Сопротивляется нормально. Не вижу. Это берж. Такой вершина. Красавец. Хороший друг. Открывай пасть. Вот как захватил приманку. Отдавать не хочет. Ну все, отпускай, товарищи. Давай, дружок. Беги. Покедова тебе. Ну вот это уже радует, первая рыбка. Бежик хороший. Зачетный, как говорится. Под берегом прям взял маленький. Стоит. Полосатый. Выплюнул приманку. Вот. Третья поклевка у меня там за несколько часов. И вот две рыбки. Один бершик, другой вот окушок. Это вот под бережком выплюнул он ее. Thank you.
Давай, полосатый, хоть ты клюнь. То как-то грустно. Полосатый. Красавец полосатый. Пустим разбойника. Беги скорей. Вот. Макал приманки разного цвета. Поставил твисторок фиолетовый и вперед. Все. Все заработало, все получилось. Несколькочасовая рыбалка. Ребята, подошла к концу. Все, пора мне бежать. Какой итог? Рыба неактивна. Просто она не клюет вообще. Приходится уговаривать, но вот как бы легкие груза и маленькие приманки помогли мне уйти от нуля. В итоге 3 поклевки. Да, или сколько там у меня было? 4. В общем, один берж, один окушок и один окушок вот под берегом выплюнул приманку, уплыл обратно домой. Все. Да, поутру я встретил там рыбачков, поутру сказали, что чуть-чуть рыбка отзывалась, там щучку поймали, судачка небольшого, и все. Сейчас единственное, что может быть к вечеру будет какой-то выход небольшой, хотя бы на точках где-то таких уже, которые, знаешь, точно должна взять. У меня времени там нет ловить, я уезжаю уже. Москва-реки, тебе поклон. Спасибо за то, что поделилась бершом и окушком. Отлично. Ну а я в путь дорогу к тачке и ближе к дому. Давайте, друзья, покедва.